Не успели опустить подиумы после Mercedes-Benz Fashion Week, как на них вступили модели Валентина Юдашкина. Да-да, друзья, вы все правильно поняли. Сегодня открытие Московской недели моды. Давайте посмотрим. Как много в вашем гардеробе нарядов от Маэстро? Ну, не так много, но есть. Ну, это пару-тройку или... Это больше, 10. Чем пару-тройку, 10, наверное. От Маэстро немного. Потому что, знаете, как у друзей обычно не покупают ничего. Нет, у меня есть пару костюмов, вот галстуки отвали. Ну, а Ира предпочитает... У меня есть, например, знаете что? Очень приятная коробочка для таблеток, для пилюль от Валентины Юдашкиной. Чуть-чуть. Ну, сколько? Один? Дорого. Очень. Я пытаюсь понять, почему из года в год он собирает всех топовых артистов. В чем этот феномен? Я думаю, что это такая уже, знаете, такая традиция. Неделя моды открывается показом Валентина, и все приходят его поддержать, приходят увидеть друг друга и насладиться шоу. Один из лучших, который у нас есть. Тот, который что-то придумывает и постоянно что-то новое. Когда вы выходите вдвоем в свет, советуетесь ли вы, как одеваться, да, там, чтобы подходить друг к другу, условно говоря? Вот смотрите, сегодня долго очень одевались с утра. С утра открыли гардероб и подбирали. На самом деле, когда я увидела, что он так оделся, у меня было искушение, у меня есть абсолютно такой же шифоновый зеленый шарф. Но я приложила и подумала, как бы в его варианте с синим это хорошо, а у меня очень резкий контраст. А тогда бы мы были хорошей парочкой. Да. Многие так делают. Да, я знаю. Ну, а она предпочла черное, а черное, как известно, идет ко всему. Поэтому она, Ира, сегодня будет меня оттенять. Выдали вещи. Чисто и аккуратно оделся уж. Я шучу. Катя за мной следит. Я, конечно, не все надеваю, что она предлагает, но тем не менее, сегодня было абсолютно точно. Это действительно так? Нет, это так. Мы вообще сегодня как-то так не собирались. Я после репетиции бегом-бегом. Тем более, что эта рубашка она только что мне подарила на день рождения, поэтому я не мог не надеть. Хорошая коллекция, считаю, что очень грамотно все сделано. Великолепный подсвет, великолепное решение. И дневной одежды, одежды вот смехом, великолепная модель. Потом прекрасное вечернее платье. Чисто лаконично, очень все здорово. То есть Варя в этот раз показала прекрасную коллекцию, считаю. Я очень доволен просмотром. По-моему, это очень красиво, по-моему, это очень женственно, по-моему, это очень качественно и страшно дорого. Вот шуба-то это, шуба особенно. Не, ну шуба это вообще жир, ты понимаешь? Я думаю, она будет улетать в сибирских регионах, просто вообще изи. На мой взгляд, это было поистине феерично. Звезды, прекрасные наряды и маэстро Валентин Юдашкин. До новых встреч!